Здравствуйте, у меня есть сын Тимур. У него с раннего возраста был обнаружен аутизм. Недавно мы начали лечение в центре Давида Бейера. Я хочу рассказать о тех изменениях, которые произошли у Тимура после начала лечения у Давида. После первого сеанса в школе у Тимура учительница была приятно удивлена его поведением. Тимур неожиданно повторил с другими учениками то, что они сделали. Ученики его класса пощекотали одного мальчика, и Тимур сделал то же самое. Подошел и пощекотал его тоже, повторил с другими и удивив учительницу. Раньше так не делал. Тимур стал немного спокойнее, перестал так часто кричать, как раньше. И с ним, в связи с этим, стало немного полегче. Он стал больше, чем раньше, играть в мягкие большие игрушки. Хочу приснить к этому видеозапись. Сделал недавно о том, как Тимур играет с большим мягким мишкой.